За последние 10 лет внутренний потребительский рынок нашей страны вырос вдвое. Об этом сегодня заявил вице-премьер Михаил Руссый, подводя итоги работы потребкооперации. Ее товарооборот только за год составил 2 миллиарда евро. Речь идет о продаже товаров отечественного производства. В последнее время кооператорам довольно сложно конкурировать с гипермаркетами. Торгово-производственная сеть потребкооперации занимается продажей, заготовкой, переработкой продукции во всех регионах страны. Это крупная многоотраслевая организация, обслуживает более трети населения, оказывая свыше 70 видов услуг. Практически ни одно подворье не оказалось без нашего внимания. И все, что люди планировали продать нам, мы дали им возможность это сделать. И на основе получения этой продукции приготовили продукты для продажи, которые на сегодняшний день в сети наших магазинов повсеместно есть. И население с удовольствием пользуется этими нашими услугами. Пройдите даже сетевые магазины в Минске и другие. Того ассортимента, вот как здесь представлен, нет. Человек должен прийти взять моченый помидор, моченое яблоко, огурец. Ему должно быть в килограмме, в полкилограмма, в 5-килограммовой упаковке. То есть над этим надо работать.